Здравствуйте, мои прекрасные зрители, приветствую вас в прекрасной Падуе. Падуя достаточно пустынно, потому что август и многие уезжают на каникулы, к тому же сейчас разгар отпусков. В этом году все несколько иначе, но могу сказать, что да, Падуя совершенно точно опустела. Примерно лет 8 назад мне впервые довелось побывать в Падуе в августе, и я была не просто удивлена, я была поражена, насколько Падуя меняется в августе, когда практически все закрыто и практически все разъехались на отдых. Посмотрите, как интересно, вчера у нас был дождь, температура слегка понизилась, но уже многие накинули кожаную куртку, либо джинсовую куртку. Повторюсь, в Италии и сезонность это достаточно относительно, никто не считает удивительным, когда видит человека, который, допустим, в разгар лета идет в сапогах, идет в кожаной куртке, накинутой на плечи, либо в пиджаке, накинутом на плечи. И никто не удивляется, когда, допустим, в прохладный сезон действительно люди одеты очень легко. Я знаю, что, по крайней мере, в моей юности такая проблема существовала, когда ты, допустим, надеваешь шифон зимой, и тебе могут сказать, что-то ты вырядилась сегодня не по погоде, либо наоборот, когда тебе хочется вот этой многослойности пресловутой, допустим, не солнечным, но тем не менее летним днем, и тебе тоже могут сказать, ну что ты приоделась, утеплилась как-то не по сезону. В Италии, как я уже говорила, мода не имеет возраста, и сезонность тоже достаточно размыта. Очень популярны вот эти цветные летящие брюки, я всегда на них обращаю внимание, они прекрасно вписываются в летний гардероб, что прямо-таки города пляжного, либо города, который к пляжу отношения не имеет. И действительно смотрятся подобные брюки, в особенности с разрезами по бокам, они смотрятся очень по-стрит-стайлерски. Я сама такое не ношу, никогда не надену, но на других мне действительно нравится. Сегодня я одета стопроцентно так, как мне очень нравится быть одетой, все достаточно просто, но при этом для меня лично это идеальный баланс моих пропорций, идеальный баланс в цветовом сочетании. Я очень люблю на других совершенно разные компоновки, всегда хвалю и обращаю внимание. Но в том, что касается моего гардероба, я достаточно консервативна, наверное. Люблю украшения на других, сама не ношу. Не повторяйте мои ошибки. Я считаю, что это ошибка стиля не носить аксессуары, не использовать бусы, не использовать браслеты, забывать надевать часы, кольцо, возможно, если оно имеется, тем более красивое. Я все это не делаю в силу вот каких-то своих личностных предпочтений, в силу того, что мне вот так удобно. Но если говорить о красоте, о стиле, о том, какое отражение в зеркале мы хотим увидеть, то аксессуары – это очень важно. Яркие цвета – это тоже прекрасно. Разные фасоны, эксперименты, а с тем, что нам идет, это тоже очень здорово. В этом магазине я видела очень красивые серого цвета джинсы, хочу их примерить. Сейчас обеденный перерыв, магазин закрыт, если завтра поеду в Падую, надеюсь, не забуду дойти до этого магазина. Присматриваюсь к кроссовкам, мне нравятся кроссовки пастельных цветов, возможно, я скоро стану обладательницей каких-нибудь классных, конечно же, недорогих кроссовок. Я считаю, что кроссовки должны быть недорогими. 30 евро красная цена классным стрит-стайлерским кроссовкам, чтобы было удобно, чтобы было комфортно, чтобы они выглядели красиво. По поводу аксессуаров, помните, недавняя моя героиня имела, она имела очень красивую обувь, и мне даже ее подарила, она имела очень красивый клатч, и вот подобные клатчи, я их часто встречаю, вот так они примерно выглядят, мне очень понравился конкретно этот, стоит дороговато, почти 50 евро, но могу сказать, что вот расшитые клатчи, они стоят в районе 30-60 евро, и это очень эффектный аксессуар. Очень эффектный аксессуар, смотрится потрясающе. И самое главное, комфортно носится. Можно и подмышкой зажать, если у нас немного в нашем клатче, в нашем конверте лежит, и перекладывать красиво из руки в руку и двигаться.
Присмотритесь к подобному аксессуару, стоит недорого, но производит вау-эффект, в особенности, если вы так же, как и я, любите спокойные компоновки, возможно, не используете часто аксессуары, потому что вам они мешают, так же, как и мне, но добавить яркости в ансамбль можно вот необычной обувью, а также необычной сумкой, и если говорить о сумке, необычный клатч – это прямо-таки то, что нужно. Платье-рубашка. Много мы в этом сезоне видели подобных платьев, и это хорошо, потому что вот бывает хочется чего-то, а найти не можешь. Платье-рубашка – это то, что давно нам не предлагалось. Покажу вам, по-моему, это брючный костюм, сейчас даже я и не вспомню, это не брючный костюм. Могу сказать, что вот витрины сегодня на меня не произвели какого-то впечатления. Я их засняла, но без особого восторга. Очень мне понравилась девушка. Мне понравилась ее прическа. Я считаю, что прическа в ее образе, она, скажем так, решающим элементом является. Низкий пучок. Очень стильно смотрится. Эту витрину мы посмотрели потом с Данечкой, покажу ее вам. Мне нравится пара в центре. А туфли, подобные тем, что справа, перекрещивающиеся, очень красиво смотрятся на любой ноге. Я сама не обращала внимания, пока не примерила. Мне нужны были туфли металлик. Я примерила в каком-то магазине, стоили они 20 евро. Показывала из Лида де Езела влог из примерочной. И вы знаете, очень красиво смотрится, с тех пор обращаю на них внимание. Ну и подобные туфли мне нравились всегда. Очень они красиво смотрятся. Платье-рубашка. Платье-рубашка популярна как никогда. Белые брюки, джинсы. Узкие, широкие, короткие, длинные, популярны. Покажу вам обувь со скидкой, но мы все прекрасно понимаем, что она прекрасно приживется у нас и в осеннем гардеробе. И вот подобные балерины, балетки, наверное, будет корректно их назвать по-русски, они тоже очень красиво смотрятся, то есть удлиненный носок и отсутствие закругленного выреза. А вот такие кроссовки популярны с различным глиттером, пайетками, бусинами. Я же предпочитаю просто белые кеды, просто белые кроссовки. Но итальянки очень любят вот такие, как я люблю говорить, вариации на тему. Всячески украшенные кроссовки и кеды. Ну что ж, вот такая прогулка у меня сегодня получилась по Падуе. На самом деле, я думаю, многие поняли, я не планировала сегодня снимать, просто мы достаточно быстро закончили, закрыли все бюрократические вопросы, и я показала вам то, что я увидела, потому что мы потом вернулись в Падуе и пошли обедать. Всем желаю хорошего настроения, хорошего дня, увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова, всем пока-пока.